Новогодние праздники – самые волшебные и долгожданные дни, которые любят все – и взрослые, и дети. 5 января в нашем районе стартовал общероссийский зимний фестиваль «Выходи гулять», и первым мероприятием стали веселые старты для детей. В тот день на набережной по улице 70 лет Октября юных невельчан и их родителей приветствовали Дед Мороз, Снегурочка и символ наступившего года – пес Барбосик. Сказочные герои провели для детей увлекательные конкурсы и эстафеты. Седьмого января в рамках фестиваля прошла развлекательная программа «Рождественские забавы», где детвора уже с Дедом Морозом и Снегурочкой в танцы наряжали елку по-дедморозовски и показали свое умение работать в команде. Давайте, 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 поворачивайтесь, отведите, отведите дедушку. Ух, саночки летят, детки катаются. Эх, детки на саночках. По итогам игр все участники получили от Деда Мороза сладкие подарки. Спасибо. Продолжилось празднование дегустации пирогов в кулинарно-творческом конкурсе «Лучший праздничный пирог», в котором приняли участие предприниматели Невельского района. Все присутствующие смогли попробовать выпечку с самыми разнообразными начинками. Отведав по кусочку каждого пирога, компетентное жюри выбрали следующих победителей. Ольга Черкесова заняла первое место, на втором – Галина Дорошенко и на третьем – Светлана Старкова. Все победители получили ценные подарки. Рождественский праздник надолго останется в памяти каждого, кто пришел поучаствовать или просто посмотреть. И не важно, кто стал победителем в конкурсах, главное, что все почувствовали атмосферу Рождества. Валерия Телешкан, Александр Стрельников, Невельские новости.